Пиратку получишь, скелет? Ну, всем привет, друзья. Сегодня уже 43-я часть. Будет у нас... Ну, первая могу... Сделать такой вот... Вот такой вот мистическое... наука, в котором я как уже первая серия, а это 15 допила. Так, стоп, меня! Меня скелет! Скелет как поезд! Не дойдет! Меня отойти отсюда! Стрелой! Так, Кривер, ты что, 35-я часть? Я тебе просто тебе так говорю. Ах ты, скорее, а я помощь вызову тебе. И ты будешь вооруженным моим, действительностью. Ну, 536 гиперомазов. Как бывает у нас ЕП 536. Ну, а смотри, вообще-то 34. А 64, 83, 85. Но 64 это 612. Соответственно, ой, все, я так сказала. Эй, как мне выбраться туда? Ну, я понял, что мне надо. Я понимаю, что я сейчас помру с голоду, а с 1 хп осталось. Мы поднялись наверх, да что ж ты. Да. Это такой офигенный ландшафт. Итак, друзья, я уже буду и карт мои арбузики. Так, у меня 1 хп. Откуда? У меня 1 хп. Как я умер? Так, если так в ландшафте побить. Если в таком ландшафте. Если, например, мы поставим 938 - 680. Ага. Как я умер? Смотрю, я уже.
Это собак. Именно зичу. А кто меня? Я улетел. Прибыл. Я был в небе разве? Я... Прежде пил... Ну, утро начинается, но без кофе. Ну, как это, типа, можно на крафтинг бокс учиться такой баг. Ну, а теперь пойдем к эндерману. Нашему эндерману. Сейчас технология будет на генерацию, он шахта. Сейчас. Золотой сундук жизни. Ну. Ну, пошёл. Почему? Ну вот, 30. Давайте возьмем 20. Да. Или 10 я сам. Или 15 я буду сам же. Ай-яй-яй. Закат уже. Ты возможно, Эндерман. Да, он народный Эндерман. Я правильно сказал. Ага. И он надевает фуражку с собой. Что ты делаешь? Это все за основу. Как это вообще было произошло, если я даже увидел гиперкамеру, гипермен или супермен или ультрамен? Типа опять умер, но Гиби. Это гибель, просто гибель. Нас темнеет. Включаем минус 1000 на рассвет. Как это так? Ты самый народный. Эндермен, ты народный весь. Но... Ты гипер эндермен. Я с тебя покажу. Крипер. А! Так вот. Тебе и все взорвет прям в решетку. Тебя накажут. Он должен сгореть. Разлобаки. Как? Как-то запас.
Present and steal. А с тебе надо жарить. Что? Не получается его жарить. Попробуем его зажарить. Я тебе жарить буду. Как это так? Ну, куда делали? Теперь Гипермен, кажется. А где у нас супер гипер гипермедведя? Наверное, будем делать горячего Эндермена. Я чисто за тебя не понимаю. Откуда же все? Не пушит, не пушит! А, Эндермена! Ты сейчас свадьбу отправлю. На аватаре. Это какой-то... Да, пушит-мен. Пушит-мен. Да, пушит-мен. Я тебя... Реально сижу. Народный эндермен, ты что делаешь? Ты что ты так делаешь? Посреди, да? Смерть. Потому что он народец. Да вы народец. Вот как это так? Как это именно так? Ладно, всем удачи.